Всем привет! Едем в кинотеатр. Пока не знаю, что хочу посмотреть. Там что-то есть Адамсы, есть Веном или Веном, как там уж он называется правильно. Вот, если получится, то мы сейчас мукбанг устроим. Ну, после, или до, или после кино. Скорее всего, до. Не знаем, там, по-моему, вечерний сеанс на 7, время у нас 17:12. Вот. Покажем афишу, покажем цены. Покажем цены на фастфуд. Ну, не знаю, какую-то дрянь хочется. Там вроде все есть, ничего-то хочется. Поедим вместе с вами, поболтаем. Благодарим, что все подписываетесь, пишите комментарии, ставите лайки. Подписчиков, ну, гораздо больше, чем было. Мы на этом не будем останавливаться. Видео много еще. Все загрузим постепенно. Так что подписывайтесь на наш канал. Все постепенно. Оставайтесь с нами. Парковка, в общем, в торговый центр приехали. У нас прям традиция каждые выходные куда-то уже ездить. Что ты делаешь? Будешь зеркало менять? Да, думал, что ты. Ой, да. Тоннельчик такой. Вход между парковкой. Смотрите, какой паук. 269 рублей. А, может, Хэллоуин будет? Смотри, какие маски. У него глаза горят, что ли, да? Нет? А что это за монстр такие? Это что, пальцы? Блин, какой такой ерунды нет, господи. Пошли дальше. Олег Александрович в детство попал. Тебе тетрадь зачем? Че только, в общем, нет. Нам календарик не нужен? Может, мне книжку какую купить, почитать? Вон рамки есть. О, какая красотища. Олег Александрович, там что-то сидит, что-то там делаешь. А пока я фотографирую, мне тут камеру фронтальную мутную. Заказали вкусняшки, надеюсь, до 7 успеем. Потому что мы идем в кинотеатр. Идем на Адамсов. Там еще, короче, Веном, но Веном что-то мне не особо хочется. Не любитель я таких фильмов. Меню цены покажем. Вот. Покажем подачу, как принесут. Что нам, в общем, принесли фильку? Что такое, давай рассказывай, что ты там ешь. Ну, прикольно. Какой-то сет ты там заказал, да? Филадельфия. Вот это, кстати, Филадельфия твоя, вот это моя. Я с огурчиком заказывала. С огурцом? Да. Это, ну, это у тебя в сете. Значит, необычно. Пойдет, да? В общем, давайте попробуем то, что нам тут принесли. Я одну уже захомячила. Олегу Александровичу очень понравилось. Чего снимать? Для меня в WhatsApp мало.
Бери мой. У тебя вот еще васаби. Ну, я знаю, но я просто мало. Я люблю прям вас тут побыть. Давай пробуй. Ну, твой вердикт. Не, вкусно? Очень вкусно. Всем приятного покушать. Ладно, будем мы кушать. Со всеми увидимся. Найдите. Ну что, все, вышли мы с кинотеатра. Мультик прикольный, понравился. Всем хороших выходных, мира, добра, позитива. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии.